В селе Саутес Мангыстауской области идет ремонт 15 аварийных двухэтажных домов. Конкурс государственных закупок, объявленный акиматом Мангыстауского района, выиграла местная строительная компания. Стоимость проекта составляет 180 миллионов тенге. Подрядчик должен обновить фасады старых домов до конца лета. Семья Шапая Байбулатова проживает в одном из аварийных домов в селе Саутес Мангыстауского района. Глава семьи говорит, что устал бороться с дождевой водой, стекающей с крыши. «Мы рады, что в этом году проект утвердили и начался ремонт дома», — говорит мужчина. Этот дом изначально не был покрыт шифером. Сверху только битум, который сильно изнашивается. Мы заделываем дыры в одном месте, но он все равно трескается в другом. Будь то летом или зимой, нет никакого толка. Подвалы двухэтажных домов также сильно обветшали. Канализационные, отопительные и водопроводные трубы требуют полной замены. По словам акима села, для этого будет объявлен отдельный конкурс. Следует отметить, что документы дома, ранее принадлежавшие железнодорожным и нефтетранспортным учреждениям, отсутствуют. Ответственные лица уверяют, что проблема будет решена. Победитель на текущий момент согласился на тендер. Как только мы завершим ремонт крыльца, начнем работы по ремонту подъезда. Они уже приступили к ремонту этих 15 домов и активно работают над этим. Мы закончили 8 из 18 домов. В настоящее время ремонтируем 5 домов. У нас есть срок до сентября. Мы гарантируем, что он будет выполнен вовремя. Внешний вид дома, то есть фасад, обновим, а также крышу заменим на металлочерепицу. Три дома, признанные аварийными, будут снесены в этом году. Жителям рекомендуется найти временное место жительства. В дальнейшем планируется разделить земельный участок и построить новые дома. Рядом с селом Саутес находится железнодорожная станция номер 10, где имеются 4 подобных дома. Работы по отделке их фасадов были завершены в срок. Дана Килибаева, Мукагали Нурдаулет, Асылбек Абикенов, телеканал ТДК-42, Актау.